Волонтерство объединяет людей. Познакомились мы с Катюшонком 24 ноября 2019 года в рамках выезда федерального проекта «Добро в село». Когда я увидел Катю в первый раз, взглянул в ее прекрасные серые глаза и понял то, что счастье вот оно передо мной. Катя для меня все. Это смысл моей жизни, мое счастье, моя радость. Это моя шея и мой вектор. Какого числа сделал предложение? 1 сентября. Ты что, сегодня замуж? Во! Только сделала предложение, уже это... Кто у нас под розовой лентой? Ну что, давайте выпьем за молодых, а я скучаю. Первого сентября 2019 года на Воскресенской горе я сделал ей предложение. И очень счастлив, что она согласилась. И уже сейчас 4 сентября 2020 года, и мы гуляем на свадьбе. Я прошу вас ответить, является ли ваше желание стать супругами свободным, взаимным и искренним. Прошу ответить вас, невеста. Прошу ответить вас, жених. Да. Сегодня, 4 сентября 2020 года, во дворце бракосочетания города Томска ваш брак зарегистрирован, и я объявляю вас мужем и женой. Под аплодисменты. План на будущее – жить, работать, уделять больше времени друг другу, обязательно съездить в отпуск, вместе отдохнуть. Катюшонок, я очень рад, что ты появилась в моей жизни. Ты мой смысл жизни. Спасибо тебе. Давай вместе проживем нашу счастливую и долгую жизнь. Будем вместе и навсегда.